на канале Посылка от Али. И в этот раз у нас необычная посылочка. Сделана она на сайте AliExpress, но в сервисе Mall. То есть это означает посылки из России. А пока я буду вскрывать, расскажу вам то, что использую я кэшбэк сервис Etishops и экономлю при этом. И начинаем вскрытие. Посылочка у нас реально необычная. Никогда на обзоре у меня таких вещей не было. Сейчас попробуем ее раскрыть. И посмотрим, что там внутри. Хотя практически все это видно. Итак. Давайте вскрываем. Посылка шла мне буквально, ну, дней, так сейчас скажу, 11 числа мы ее, по-моему, заказывали, ноября. И шла она буквально дней 5 или 6. Не видно, да, что упакована она слабенько, да, но этого было достаточно, потому что я курьер привез. Здесь не было такого, что надо было приходить куда-то забирать. Так, что у нас есть здесь в посылке? Ну, это товарный чек на эту посылочку. Это у нас это Scarlett массажер для ног. В принципе, это продается много где, в каких-либо магазинах, да, там. Но суть-то основная вот в чем. То, что на AliExpress эту вещь можно купить в разы дешевле. Так, что у нас есть? У нас есть инструкция, она полностью на русском языке. То есть все, что нужно, тут все указано. Ну, каких-либо проблем не будет в установке, в эксплуатации. Давайте посмотрим, что внутри. Так, чтобы было видно. Просто большая, на самом деле, штуковина. Сюда помещаются ноги, вставляются, но показывать мы это не будем. Как все это делается, дабы это не стерильно. Всякие дополнительные массажеры, они одеваются. Насадочки меняются разные, да, ставятся. Это вот сюда. Дальше регулировки. То, что мы сейчас делаем, мы просто ее включим в розеточку и посмотрим, как она вообще работает или нет. Вся эта тема. Так, давайте поставим на off. Так, что мы видим? Прям вот изначально. Так. Загорелась. Видимо, я так полагаю, что если здесь была бы вода, вот, забурлила. Забурлила еще раз. То есть здесь, так полагаю, просто нету воды, поэтому как-то работа, ну, принцип работы мы не можем понять. Но мы не будем это делать, не будем сюда заливать воду. Пусть хозяин этой штуки сам все сделает. Что хочу рассказать непосредственно про сам аппарат. То есть на задней части у нас есть информация про сам товар, его мощность потребляемая, шум и так далее. Здесь находится мотор. Ножки у нас резиновые. Вибрация будет сглаживаться, не такая сильная будет. Пластик здесь достаточно прочный. Верхняя часть, конечно, такой пластик уже более, он красивее смотрится, но не такой прочный, как, допустим, пластик, который идет по краям. Колесики у нас, они съемные, то есть их всегда можно помыть и тем самым использовать в дальнейшем. Помыли и заново поставили. То есть, в принципе, все. Все, что я могу сказать. Обходится это все недорого. Ссылочка на продавца будет в описании снизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Расширение для Chrome от letyshops.ru напомнит о кэшбэке перед покупкой в более 700 популярных магазинах и оповестит вас о проблемах с получением кэшбэка. Получи повышенный кэшбэк на 30%. Смотри в описании.